Мы никогда не спим, мы аж что-нибудь постоянно говорим. Портал Islab.ru, я Александр Тимошенко, Игорь Ковчик и... Я Ирина Тополева. Всем привет. Передаю большой привет Калининграду, Санкт-Петербургу, городу Чте, Забайкальскому краю. Большой привет моему сынуле, моим родственникам, маме, папе, племянникам, друзьям, моим коллегам. Большой вам привет. Сейчас я нахожусь в городе Мадриде на турнире «Арнольд Классик», на который я давно мечтала попасть. И в этом мне помог Александр Тимошенко. Мы с ним подготовились. И сегодня я выступаю первый день своих соревнований. Номинация сегодня у меня «Мастерс», «Боди Фитнес Мастерс». Буду еще завтра выступать. Вот, прошу. Сейчас был предзайдинг. Что? Сейчас было предварительное судейство. Предварительное судейство. Иди, иди туда. Так, ты уже в полуфинале. Давайте дальше разговаривать, я, может быть, в финал попаду. Мои сильные и слабые места. Мои сильные места – это верх, мои слабые места – это низ. Твои слабые места – это низ, верх – это у тебя сильное место. Понятно. Скажи, пожалуйста, что нужно для достижения успеха вообще? Слагаемые какие успеха? Труд. И надо в определенный момент все-таки расслабиться. Я имею в виду не загружать свою голову, а просто шагать ступеньками вперед, трудиться и шагать. Вот. Ну ладно, давай я тебя от имени Калининграда, от имени Санкт-Петербурга, от людей, которые тебя знают, от имени твоего родного города тоже тебе передаем привет и желаем удачи. Желаем самого высокого места по мастерам, а завтра по женщинам в категории до 163 сантиметров. Спасибо большое, всех люблю.